страшные скидки. Всем привет! Впереди главный женский праздник 8 марта, а женщины любят за собой ухаживать. Это значит, что все, что может сделать их краше, им придется по душе в качестве подарка. Например, плойка для завивки волос. Всевозможные сайты предлагают инструменты для укладки по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! При выборе щипцов нужно обратить внимание на рабочую поверхность. Металл. Приборы с этим покрытием подходят только девушкам со здоровыми волосами и для нечастого пользования, поскольку они могут нанести серьезный урон структуре прядей. Керамика. Щипцы с этой рабочей поверхностью щадяще воздействуют на локоны, создают эффект ионизации, способствующий защите локонов при завивке. Тефлон. Такие инструменты, как и с керамическим покрытием, равномерно прогреваются, не прилипают к волосам. Бытует мнение, что плойки с тефлоновым покрытием недолговечны, но при правильном использовании будут служить не один год. Турмалин. Парикмахеры и стилисты утверждают, что приборы с такой рабочей поверхностью являются одними из самых лучших на сегодняшний день. Эти плойки считаются безопасными, поскольку они не пересушивают и не портят волосы. Турмалину при нагревании свойственно выделять большое количество отрицательно заряженных ионов, благодаря чему с пряди снимается статическое электричество. Чешуйки закрываются, и влага удерживается внутри. Привести волосы в порядок и сделать красивые волны или выпрямить волосы в считанные минуты поможет трехволновая плойка. На сайте Wildberries она продается со скидкой за 1449 рублей. Ее прежняя цена 6300 рублей. У плойки керамико-турмалиновое покрытие. Время нагрева 30 секунд, два температурных режима – 180 и 210 градусов и антипригарная защита. Выбор температуры позволит подобрать оптимальный режим для волос разной густоты и текстуры, что подходит как для обычного выпрямления, так и для профессионального. Плойка имеет достаточную длину шнура – 1 метр 65 сантиметров для комфортного использования. На сайте Озон щипцы пятиволновые сейчас можно приобрести за 1731 рубль. Их прежняя цена 5031 рубль. Цвет золотой и бежевый, турмалиновая ионизация. С ее помощью можно создать роскошные волны и пышную шапку кудряшек. Плойка имеет керамическое покрытие, которое медленно, но равномерно разогревается, имеет гладкую поверхность, благодаря чему легко скользит по волосам, не перегревает их, нанося меньший вред по сравнению с металлическими утюжками и плойками. Подставка из нержавеющей стали позволит остудить плойку перед тем, как вы ее уберете, и защитит поверхность от прожигания. Шнур устройства поворачивается на 360 градусов. На сайте Яндекс.Маркет волновые щипцы продаются со скидкой в 35% за 2989 рублей. С их помощью можно создать голливудскую волну, любимую кладку Кинодив. Две рельефные керамические пластины с турмалиновым покрытием подарят прядям графичность. Благодаря ионизации и органовому маслу в составе пластин, стайлер бережно разглаживает кутикулу волоса, создавая эффект запаянных кончиков. В зависимости от типа ваших волос и желаемого результата вы можете регулировать температуру нагрева от 120 до 220 градусов. Удлиненные пластины позволяют создать равномерную укладку даже на длинных волосах. На сайте CityLink щипцы для волос Polaris предлагают за 3040 рублей. Профессиональный стайлер. Пластины обогащены органовым маслом. При нагреве волосы становятся восприимчивы к внешнему воздействию, и органовое масло внедряется в структуру волос, позволяя им оставаться здоровыми и приобрести естественный блеск. Цвет плойки черный. На сайте DNS щипцы для завивки волос продаются со скидкой за 1999 рублей. Раньше они стоили 2699. Электроприбор, предназначенный для создания крупных локонов или мелких упругих завитков. Размер кудрей зависит от диаметра наконечника. Чем он больше, тем крупнее получится локон. Щипцы придают волосам устойчивую волнистую форму за счет высокотемпературного нагрева. Чтобы ваши волосы даже после завивки сохраняли свой первозданный блеск и не выглядели сухими, рекомендуем устанавливать следующие температурные режимы. Для тонких волос до 150 градусов, для густых и жестких от 150 до 170 градусов, для очень жестких от 170 до 210 градусов. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные скидки!